Я безумно волновалась перед сегодняшним вечером, потому что для меня было совершенно неожиданно, когда мне сообщили о том, что практически сегодня все билеты проданы. Я безумно волнуюсь и сейчас. И хотела вам сказать о том, что для меня это великая честь, что сегодня вы собрались, и вас столько, и вы все совершенно искренне дарите мне свою любовь, и за то, что вы поверили в меня и сделали так, что сегодня я стою на этой прекрасной сцене. Мой искренний поклон. Саватаны, мои дорогие. И вы знаете, сегодня концерта не будет. А будет наша горячая, настоящая армянская вечеринка. Я знаю на 99%, что вы к этому готовы. И знаю, какой у вас горячий народ. Поэтому перед тем, как мы с вами сейчас начнем предаваться всяким разным соблазнам, давайте каждый из вас, кто сидит в этом огромном прекрасном зале, обнимет и поцелует рядом сидящего, даже того, кого вы не знаете. Песни, которую написал для меня мой продюсер Максим Фадеев. Так, знаете, еще забыла сказать о том, что первый раз в жизни я была в Ереване, когда мне было 4 года. Моя мама взяла меня с собой на гастроли. И вот через уже сколько лет, я не знаю, мне вот 2 дня назад исполнилось всего 47. И, конечно же, самый прекрасный подарок, самый душевный и самый трогательный – это тогда, когда вы в таком количестве сегодня собрались. Итак, шум моего сердца, наша искренняя, живая музыка для вас, мои любимые. Ты пришел, несмотря мне в глаза, поняла, что тебя потеряла. Ты молчала.
Танцы на битых стихах.
сегодня, как цивильные слова, танцы без крови, ты так не смогла, танцы на стеклах, я бы не исправил. Я ухожу, и мне ни меня, ни нас, и обычный свет успокоит. Где-то в тишине, не зови меня, я не повернусь, и прости меня. Боже, танцы на стеклах, танцы меня слава, танцы без правил, ты так не смогла. Танцы на стеклах, я бы не исправил. Танцы на стеклах, танцы не для слова, танцы без правил, ты так не смогла. Я yeah.
больше точно не могу лететь. Stop.